я лег спать в трезвом уме и добром здравии, а проснулся вот с этим. Мне отрезали палец. Кто? Это вы мне ответьте, вы детектив. Смешно. Ваши коллеги из районного отделения отказались даже принять у меня заявление. Я что, сумасшедший? Я что, бомж какой-то? Я порядочный член общества. Я профессиональный хирург с 15-летним стажем. И все же, кто, по-вашему, мог это сделать с вами? Я понятия не имею. Сколько можно повторять? Скажите, а в последние дни вы не работали с острыми инструментами? Кухонный нож, пила, секатор. А вы употребляли алкоголь? Не, ну это бред какой-то. Вы что, издеваетесь? Ну, да, вы что, сговорились, что ли? Ей-богу. В отделении мне тоже первым делом предложили пройти тест на алкоголь в крови. Благодарен. Премного благодарен за охрану и защиту моих прав, уважаемые представители правоохранительных органов. Подождите. Садовой, садовой, подождите. Вот, моя визитка, на всякий случай. Сергей Юрьевич, у человека паника, а мы его даже не выслушали до конца. Серьезно? Его психиатр нужен, а не мы. Я ему дал свою визитку. Как всегда, ты сначала делаешь, а потом думаешь. Новый статус наших отношений предполагает переход на «ты». Согласен. Ответь на один вопрос. Ты согласилась стать моим реабилитологом лишь потому, что мой отец посадил за решетку твоего отца? Мне предложили тебя в качестве пациента. Я узнала, чей ты сын, и согласилась, да. Зачем? Хотела отомстить за отца? Нет. Я просто хотела узнать правду. Ты можешь мне не верить? Но я точно знаю, что мой отец не виновен в том, что произошло с твоим отцом. Через 2 месяца после суда мой папа умер в тюрьме. Если бы не этот несправедливый приговор, он бы сейчас был жив. Я уверен, что причиной самоубийства моего отца точно так же стал этот трагический приговор. Мы должны вместе во всем разобраться. Ты ведь только этого и хочешь. Для меня это точно так же важно, как и для тебя. Мы Сергей с тобой... Сергеевич, я прошу прощения. Звонит этот псих с отрезанным пальцем. Пациент сам вызвал скорую. Паническое состояние вызвано шоком, но в целом удовлетворительное. Вполне профессионально выполнена ампутация кисти, но при первичном осмотре показаний к ампутации нет. Рана обработана и корректно зашита. Вы можете сказать, какие инструменты были использованы? Во-первых, это, безусловно, хирургическая пила для кости. А касательно ножа, я пока ничего сказать не могу. Вывод сделаю совместно с экспертом-криминалистом. Да, еще в крови у пациента обнаружены следы местной анестезии и снотворного. Спасибо. Ну, теперь-то вы мне верите? Верите? Дело принимает интересный оборот. Вспомните, может, вы кого-то видели накануне, с кем-то общались? Может, вспоминается что-нибудь подозрительное? В том-то и дело, что ничего такого не было.
Я даже из дому не выходил. Значит так, в больнице вас долго держать не будут. На время следствия мы поселим вас в номер гостиницы. Ну, ради вашей же безопасности. За номером установим наблюдение, уход и питание обеспечим. Так вы беретесь за расследование, да? Вы его поймаете? Он же придет. Он же обязательно снова придет. Найдем. Вы успокойтесь. Четвертовать вас не дадим. Не смешно. Ну, спасибо. Я думал, у него вообще никто не посетит. Сергей Юрьевич, я предлагаю в номере, где будет жить Садовой, установить IP-камеру с инфракрасным датчиком. Он будет фиксировать все, что будет происходить в номере, и присылать фотографии или мне на планшет, или вам на компьютер. Добро. Устанавливаем. Есть. Так. В замке кто-то явно ковырялся. Давай звони Никону. Алло, Сергей Юрьевич, в замочной скважине следы работы отмычкой. Также на плитке под окном мы обнаружили кровь. Возможно, здесь лежала отрезанная кисть. Криминалисты уже взяли кровь на анализ. А мне пришло заключение судмедэксперта. Обе ампутации были сделаны идеально заточенным, но не хирургическим ножом. Лезвие короткое и широкое. Ищите в доме любые режущие инструменты и привезите мне кого-нибудь, кто близко пересекался с Садовым по работе. Будет сделано. Идем. Значит, Алла, вы 2 года были ассистентом хирурга Садового. Вы не могли бы вспомнить, были у Садового враги? Может быть, есть? Даже не знаю. Миша был выдающимся хирургом, элитным. Он делал уникальные операции. Такого в нашей стране никто до него не делал. Миша спас столько жизней. Какие у него могли быть враги? Только завистники. Вы говорите, что он был успешным хирургом. А почему тогда он бросил работу? Из-за смерти жены. Да, они попали в страшное ДТП. Жена Михаила Семеновича была тогда за рулем. Был гололед, машину занесло, и они врезались во встречный автомобиль. Жены не сработала подушка безопасности. Михаил Семенович не был пристегнут. И вылетел через треснувшее стекло просто на обочину. Чудом остался жив. А пассажиры встречной машины? Ну, там был только водитель. Он пострадал, но остался жив. Не знаю подробностей. А Михаил Семенович после смерти жены так и не оправился. Через месяц уволился. Больше я с ним не виделась. Я вообще не знаю, как он все это время держится. Простите, мне надо ответить. А вы свободны. Спасибо. Извините, не провожаю. Сергей Юрьевич, в этой комнате я ничего подозрительного не нашел. Никаких следов драки, никакой крови. На стенах много фотографий покойной жены Садового. И на этой тоже. Идем дальше. В коридоре тоже ничего подозрительного не обнаружено. На веранде тоже ничего нет. А на кухне уже заканчивает осмотр Терещенко. Ну, тут из колющих, режущих только он ножи кухонные. Но они тупые, как валенки. Ими даже он хлеб толком не порезает. Ах, да, чуть не забыл. А в ключнице мы нашли старый мобильный телефон. Он рабочий? Не знаю, еще не проверял. Ладно, с телефоном мы разберемся дома. Все осмотрел? Да, кроме чердака. Так чего ты ждешь? Я думал, может, Володя его проверит. Ты проверишь. Там проход шибко узкий. Есть.
Сергей Юрьевич, здесь какие-то следы. Скорее всего, кто-то проходил недавно. Так, какой-то чемодан. Опа. В чемодане хирургический бикс. Открываю. Внутри пусто. Я возьму его на всякий случай с собой. Эксперты сказали, что отпечатков на нем нет. Вот зачем садовому держать пустой хирургический бикс на чердаке? Ну, мало ли, он же хирург. Это его бывший телефон, которым он почему-то перестал пользоваться. А проверь входящий СМС. Сейчас. Ну вот, например, последнее. Ты сам во всем виноват, думаешь деньгами все решить? Фиг тебе. Пришли мне свою отрубленную ногу, и тогда мы в расчете. Ого. Вот тебе причина сменить телефон. Приславший СМС подписался буквой Т. Ну что ж, пришло время поговорить с господином Садовым по душам. Здравствуйте. Тут недалеко от дома Садового, под транспортной развязкой, нашли ампутированную кисть этого хирурга несчастного. На кисти не было указательного пальца. Нехорошая картина вырисовывается. По некоторым данным, получается, что ампутации сделаны как показательное наказание. Месть? А за что? Выясняем. Ладно. Ищите этого кровавого мстителя. Только нам еще этого мясника-психопата нового не хватало. Мы нашли следы работы отмычки в дверном замке. Подозреваем, что... Это... Недавно я потерял один комплект ключей. Не мог попасть в дом, пришлось вызвать мастера, чтобы вскрыть замок. Но это было еще до того, как мне отрезали палец. Так вот оно что. Ладно, тогда другой вопрос. У вас дома были хирургические инструменты? Вы уверены? А как же бикс для инструментов на чердаке? Я не знаю. Я давно не поднимался на чердак. Это дом покойного отца. Он тоже был хирургом. Возможно, это его. И к чему все эти вопросы? Я же вижу, что вы не продвинулись ни на шаг. Мы нашли ваш старый телефон. А в телефоне смс-ки от некто Т. Что вы можете сказать по этому поводу? Это Димон. Мы с женой попали в ДТП. Был гололед, загородная трасса, нас занесло, и мы врезались в машину Тимура. Моей жене рулем проломило грудную клетку, а Тимур раздробила кость ниже колена. А рядом только сельский фельдшерский пункт. Я вызвал скорую, но нужна была срочная операция. Я должен был действовать быстро. Неужели вы после ДТП были в состоянии оперировать? Да, меня тошнило. Меня тошнило от сотрясения мозга. Но я был цел. Кое-как мне удалось остановить кровотечение из ноги. Но в спешке я не заметил. Я просто не заметил обломки костей в артерии. Сейчас. Помогите, пожалуйста, мама, пожалуйста, больно. Сейчас, ребята, подожди. Сейчас. Все, скорая.
Сейчас, смотрите, подожди. Отвали! Доктор, пожалуйста. Отвали! Больно! Подожди. Приехала скорая. Тимура забрали в город. Лежи. Сергей Михайлович, мы очень рады. И уже в больнице обнаружили, что из-за обломков костей в крови снимки. У него началась газовая гангрена. Стремительный некроз ткани. Черт. Срочно в операционную. Живо! Врачи не выжили. В общем, ногу ему ампутировали. И он во всем винил вас. Это из-за этого он стал вам угрожать? Деньги требовал? Нет, ничего такого не было. Наоборот, это была моя инициатива. Я же получил большую страховку после ДТП. Я предложил Тимуру денег, он вначале отказался, а потом взял. А вскоре переслал мне посылку с сапожным ножом и записку. Если ты мужик, сделай все правильно. Почему с сапожным ножом? Он после того, как получил инвалидность, стал работать сапожником. А где сейчас этот нож? Да я его выбросил. Я его сразу выбросил? Да ну нет, что вы, это бред. Это бред. Парень просто тяжело переживал полученную травму. Почему вы сразу не сказали нам об угрозах Тимура? Я не верю, что Тимур меня покалечил. Нет, он меня, конечно, ненавидит, но на такое он совершенно не способен. А может, вы плохо знаете людей? Здрасте. Вы Тимур Златарь? Ну, я, походу, а что? Помощник следователя Скрипков. С вами хочет поговорить следователь Никонов. Ага, сейчас, походу, все брошу и побегу к вашему следователю. Можете остановиться? Вам никуда бежать не нужно будет, и времени это много не займет. Добрый день. Златарь, вам известен Михаил Садовой? Ага. Это он вас подослал, да? Этот гребаный хирург? Сука он, а не хирург. Я до аварии спортом профессионально занимался. Мастер спорта по легкой атлетике. А теперь я кто? Никто. Пусть я, сука, из-за него мрази. Если бы не его ошибка там в этом сельском медпункте, я был бы с ногой. Извините, дружочек, но ногу вашу нам пришлось ампутировать. Тимур, держитесь. Вы сильный, вы мужчина. Вы выкарабкаетесь. Тысячи людей имели подобную ситуацию и потом жили полноценной жизнью. Понимаете? Вы сможете, вы молоды. У вас все получится. На самом деле, вашу ногу можно было спасти. Но врач, который оказывал вам первую помощь, допустил грубейшую ошибку. Я, конечно, понимаю его тогдашнюю ситуацию. На одном столе вы, с другой стороны его умирающая жена. Но он же все-таки не сумел ее спасти. А вот вам, он помочь был обязан. Это закон, понимаете? Но тут ничего не поделаешь. Как говорится, человеческий фактор. Мразь! Это он меня погубил, мразь! А как фамилия врача, который ампутировал вам ногу? Кошелев. А что? Да ничего. И последний вопрос. Златарь, это вы отрезали Михаилу Садовому руку?
хотели отомстить за свое увечье? Так, ну что ж, Тимур, все в порядке. Рана ваша заживает, положительная динамика наблюдается, так что будем вас потихоньку выписывать. Сейчас сестра вам наложит свежую повязочку. Доктор, я так не могу, я должна мне помочь. В чем помочь? Вы что? Доктор, я должен наказать этого идиота-хирурга, который меня искалечил. Вы понимаете, что вы вообще... Уберите, я не успокоюсь, пока не отомщу за ногу. Вот именно вам сейчас необходимо успокоиться, Тимур, и взять себя в руки. Пожалуйста, доктор. Будьте мужественны. Да так. Походу, радостно стало на душе. Сергей Юрьевич. Ясно. Нож изымай как улику, Золотарю предъявляй подозрение. Вези в СИЗО для дачи показаний. Понял. Сергей Юрьевич, кушать подано. Сейчас, минутку. Извините, я тут о деле думал. Я уверен, что Золотарь виновен. Осталось только добиться от него чистосердечного признания. Не торопись. Золотарь главный подозреваемый. Это факт. Но есть нюансы. Во-первых, оказалось, что кровь на ноже его собственная. Порезался. Ну и что? Зато никто не может подтвердить его алиби на ночь экзекуции. А потому что некому. Золотарь живет один, семьи нет. Его вину еще придется доказать. Знаешь что? А поговори-ка ты с этим Кошелевым. Врачом, который ампутировал ногу. Он убедил Тимура, что именно Садовой виновен в его инвалидности. Хирург сдал хирурга. Довольно-таки странный поступок. Приятного. Приятного. Да-да? Здравствуйте, Скрипков. Помощник следователя. Да-да-да. Это вы мне звонили, да? Да. Я сразу понял. Здравствуйте. Присаживайтесь. Спасибо. Если вы не против, беседу мы проведем втроем. Я, вы и следователь Никонов. Интересно. Сергей Юрьевич, мы готовы. Здравствуйте, следователь Никонов. Здравствуйте. Первый вопрос. Вы, наверное, помните, как год назад оперировали Тимура Золотаря? Да, газовая гангрена. Нерядовой случай. К сожалению, ампутации не удалось избежать из-за халатности, допущенной другим хирургом. А почему вы называете это халатностью? Михаил Садовой сам пострадал в аварии. Он оперировал Тимура в, прямо так скажем, экстремальных условиях. Учитывая, что Садовой был выдающимся хирургом, можно считать, что ситуация со Золотарем – это просто трагическая, нелепая случайность. Да, действительно, Садовой был гениальным хирургом. И наша медицина, безусловно, потеряла в его лице выдающегося специалиста. Но имела место быть врачебная ошибка. Мне искренне жаль, что так произошло. Тем более, понимаете, Миша мой давний друг. Но правда есть правда. Ему не удалось спасти Наташу. Простите, ему не удалось спасти его жену. И при этом еще он покалечил невинного человека. Тебе надо переключиться, отдохнуть. Ты не понимаешь. Я каждую ночь, снится один и тот же сон. На одном столе моя Наташа, на другом этот парень.
Я каждый раз спешу спасти Наташу, и я не успеваю, Серега! Серега, а это конец. Мне нужно выйти из клиники. Вообще. Миш, погоди, ты уверен? Да, Серега. Иначе мне просто... Миш, я понимаю тебя. Это тяжкое бремя. Возможно, ты и прав. Не каждый человек сможет принять свои ошибки и потом жить с чувством вины. Скажите, Кушель, а почему вы решили уведомить пациента об ошибке, допущенной вашим другом? Эта информация уже ничего не могла изменить к лучшему. Вы могли бы смолчать из этических соображений или хотя бы профессиональной солидарности. Вы не медик, вам не понять. Да, Миша друг, но истина дороже. Я считаю так. Пациент всегда должен знать правду. Прошу меня великодушно простить, но у меня сейчас операция. Необходимо идти. До свидания. Спасибо. Привет. Привет. Я тут еще раз просмотрел дело твоего отца, которое мне выдали в архиве. И что? Нашел что-то новое? Присядь. По факту зафиксировано ДТП. И что? Я все это знаю. Мой отец никогда не превышал скорость выше 60 км в час. Это его принцип. Я никогда не поверю, что для обгона он выехал на встречную полосу. Это исключено. Через день после аварии машина погибшего водителя исчезла. Растворилась. В протоколе записано, что машина была перевезена с места происшествия на стоянку у ГАИ. Но на следующее утро ее там не оказалось. Как такое может быть? В протоколе записано, что машина была по ошибке отправлена на утилизацию. Виновному вынесен выговор и служебное взыскание. И все? Представь себе, что да. Далее следствие руководствовалось лишь первичным протоколом с места происшествия, в котором записано: машина пострадавшего была полностью исправна. Водитель Полозов соблюдал скоростной режим, ехал по своей полосе. Вот так. С этого момента вся вина легла исключительно на твоего отца. Но с этим уже ничего невозможно сделать. Можно. И даже нужно. И знаешь почему? Неожиданная пропажа машины погибшего водителя не последний странный момент в этой истории. Я попытался найти гаишников, которые оформляли ДТП на месте происшествия. Нашел? Да, нашел. Их было двое. Лейтенант Митрохин и сержант Кравец. Митрохин умер через 2 недели после ДТП. Купался в озере, утонул. Сержант пережил своего командира на 3 дня. Поехал к маме в деревню. Пожар в доме. Сержант сгорел. Удивительные синхронные смерти. Не кажется? Что самое интересное, никого из причастных к этому делу в живых нет. Вот и все. Это тупик. Свидетелей нет, как мы что-то можем доказать? Иногда и мертвый может быть свидетелем. Для начала нужно выяснить,
личность погибшего водителя. Кем он был? Ты думаешь, это важно? Здравствуйте, Анна. Привет, Леш. Сергей Юрьевич, с Кошелевым и не так все просто. А когда мы с ним беседовали, он упомянул жену Садового. Назвал ее по имени, весьма фамильярно. А потом исправился. Ну, я сразу понял, что они были знакомы. Но ничего удивительного. Кошелев с Садовым, они старые приятели. Да, но я опросил работников больницы, а и оказывается, что жена Садового работала врачом в том же хирургическом отделении. Но это еще не все. Вначале у нее был недолгий роман с Кошелевым. Но, как говорится, один сватается, а другой женится. И в итоге свадьбу сыграли с Садовым. А вот это уже интересно. А Кошелев женат? Нет. Что весьма странно. Нормальный мужик с состоянием и до сих пор холост. До сих пор любит Наталью Садовую и не может ее забыть. Значит, Кошелев может мстить Садовому за то, что тот увел любимую и погубил ее? Шекспир какой-то. Скрипков, значит, проверь ты этого Кошелева от и до. Это главное твое задание. Окей. Что там у тебя? У Кошелева 100% алиби. Я взял в администрации больницы выписку его дежурств. В ту ночь, когда Садовой потерял палец, Кошелев был в Батуми на конференции врачей. Прилетел он уже рано утром на следующий день. А в ночь, когда Садовому отрезали кисть, Кошелев работал в клинике. Он срочно оперировал гнойный аппендицит. Понятно. На всякий случай перепроверь алиби Кошелева. Собери свидетельства, документы. Понял. О. Лев Давыдович. Здоров, студент. Рад вас видеть. Аналогично. Ну что там? Сергей Юрьевич. Я проверил записи видеокамеры с больницы. Кошелев оперировал аппендицитника до 2 часа ночи. А потом куда-то уехал. Следовательно, он мог спокойно приехать в загородный дом Садового и отпилить ему кисть. Когда Садовому отрезали палец, Кошелев был где? В Батуми на конференции по хирургии. Ну, хорошо, выходит, что Кошелев не мог отрезать Садовому палец, но это еще не значит, что он не ампутировал всю кисть. Ты думаешь, что Садового пилит группа недоброжелателей? Я сомневаюсь. Знаешь, а приведи-ка этого Кошелева ко мне. Если начнет нервничать, ну скажи, что просто формальный опрос. Слава, блистательная карьера, умная, красивая жена. Скажи, а что мне остается? Что мне остается? Прости меня, пожалуйста. Наташа! Наташа! А кто был инициатором расставания с Натальей? А какое это имеет значение сейчас? Вы ее до сих пор любите? Знаете, мне кажется, что это касается только лично меня. Вы уж меня, правда, простите, мне необходимо сейчас ехать в клинику, у меня намечена операция, совершенно нет времени. Да? Да. И последний вопрос. Вы поддержите отношения с вашим пациентом Златарем? Здравствуйте, доктор. Ну, здравствуйте. Не ожидал вас как-то увидеть тут.
Вот решил навестить вас. Ну что, как? Как вы себя чувствуете? Да нормально. Зажило уже все. Скажите, вы все еще хотите отомстить Садовому? Я хочу убить его. Убить это слишком просто. Доктор, что мне надо делать? Да ничего. Вы просто дайте мне свой телефон. Телефон? Да. Просто свой телефон. Вот. Угу. Расплата – это мучение. Мучение в осознании своей вины. Со Злотарем? Ну, он несколько раз появлялся у меня на приеме после выписки. И все. Вы меня, правда, простите, мне надо ехать. Всего доброго. До свидания. До свидания. Алло? Да. Что? У Садового нервный срыв. Вызвали врача в гостиницу. Ничего себе. Сергей Юрьевич, врач только что ушел. Он дал Садовому успокоительное и сделал укол. Врач что-то говорил о возможных причинах приступа? Дело в том, что Садовому на телефон пришла смс-ка. Это еще не конец. Ты знаешь, что расплата должна свершиться. Номер скрыт. Ясно. Телефон отправь мне, а сейчас я хочу поговорить с Садовым. Хорошо. С вами хочет поговорить следователь. Михаил, как вы себя чувствуете? Я не знаю. Я ничего не понимаю. Я не понимаю, чего от меня хотят. Вы успокойтесь, вам нужно отдохнуть. Мы заказали вам обед в номер. Перекусите и поспите. Походу, у меня аппетита нет. И вообще, я не ем и не пью. Вообще! Давно! Ну, были какие-то макароны. Какая разница? И вообще, отвалите! Я, походу, уставший чуток! Бред какой-то. Он просто еще не отошел от шока. Мне здесь что-то не так. Разговаривает как-то странно. Походу. Я же слышал недавно это дурацкое выражение. Скрипков, пришли мне срочно телефон. Сам оставайся там и дежурь возле него. Понял. Два телефона Садового. Старый и новый. На старый пришли сообщения с телефона Златаря. На новый пришло сообщение со скрытого номера. Златарь в СИЗО. Отправить не мог. Я уже сделал запрос мобильному оператору, но им нужно время для того, чтобы определить номер отправителя. Будем ждать. Получается, что Златарь невиновен. Почему тогда его не отпустят? Отпустят. Когда мы определим, кто охотится за Садовым. Почему Златарь даже не сделал попытку оправдать себя? Пытался кого-то защитить? Походу, у меня аппетита нет. И вообще, я не ем и не пью. Вообще! Ваши люди угостили меня обедом. Ну вот смотри, человек совершенно искренне говорит о том, что он ничего не ест, и также искренне говорит о макаронах. И в обоих случаях он говорит правду. Ну, то есть я имею в виду, что он сам верит в то, что он говорит. В обоих случаях верит. Походу. Как такое может быть? Может.
Ты готов? Остался лишь последний шаг. Садовой под охраной, если маньяк сделает попытку проникнуть в номер, он в наших руках. Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что это сообщение больше похоже не на угрозу, а на способ психологического программирования. Как это может повлиять на Садового? Нормальный человек просто испугается и все. А ненормальный. Алло, Слепков, ты где? Покушать вышел? А Садовой? Пошел принять ванну. Ты в своем уме? Ну, бегом номер Садового! Пулей! Дорогу! Полиция! Где Садовой? В ванне еще. Михаил! Михаил, откройте! Выбивай! Отойди, студент. Заплатишь! За все заплатишь! Тебе за все! Сергей Юрьевич, вот он, жить будет. Но как вы догадались? Не я один. Анна помогла. Ты лучше скажи мне, как в номере оказался нож. Не знаю, я все проверял. А чемодан его в номере? Была сумка. Сумка, когда мы ворвались, она была в ванной. Сейчас покажу. Ищи потайной карман. Хорошо. Прощупай обшивку. Есть, Сергей Юрьевич. Да здесь целый хирургический арсенал. Вот. Я думаю, нам нет необходимости ждать информации от мобильного оператора. Володя может ехать задерживать отправителя СМС. Здравствуйте, доктор. Простите, что прерываю ваше застолье. Но нам придется проехать в следственный отдел для очень подробной беседы. А телефон мы изымаем. Как улику. Одна с Володовой. Сочувствую. Доказать вину Кошелева будет трудно, но мы постараемся. Есть такая статья «Доведение до самоубийства». Этот так называемый друг, видимо, очень давно носил себе черную зависть к Садовому. Он завидовал его более успешной карьере, его таланту, не мог простить, что Наталья бросила его ради Садового. И поведение Златаря теперь становится понятным. Он действительно жаждал мести. Подумал, что Кошелев сам режет Садового. И решил отблагодарить, взяв вину на себя. Что скажете, профессор? Человеческая сущность – весьма загадочный объект. Дело в том, что вы столкнулись с весьма редчайшим случаем психопатологии. Кошелев сумел подтолкнуть психику Садового к величайшему примеру диссоциативного расщепления личности. В сознании Садового рядом с его настоящей личностью поселилась мнимая. Но, видимо, трагедия с женой стала отправной точкой в патологическом изменении психики Садового. Плюс еще наложилось чувство вины за инвалидность Золотаря. Кошелев это понял и просто грамотно использовал, что привело к тому, что в сознании Садового появилась фиктивная личность искалеченного пациента. И этот фиктивный Тимур Золотарь стал мстить хирургу Садовому за ошибку. Совершенно верно. Профессор, скажите, а вам уже удалось пообщаться с фиктивным Тимуром по душам? Да, он идет на контакт и уже рассказал, как он основательно готовился к актам мести. Когда Садовой выбросил сапожный нож, то мнимый Тимур подобрал его и спрятал. А остальной инструмент он достал на чердаке. Вот с этого все и началось. Прошу прощения, друзья. Мне пора, лекции. Да, большое спасибо. Спасибо, я вас провожу. Все, до свидания. Ну вот,
Как-то так. Аня, я выяснил, кем был человек, который погиб во время ДТП с участием твоего отца. Кем же? Полозов был экспертом филиала Института Министерства обороны. Некое закрытое предприятие «Стандарт Прогресс». За 2 недели до ДТП его семья вылетела на ПМЖ в Норвегию. У него у самого был билет на самолет до Осло. В момент ДТП он направлялся в аэропорт. Ну что, он спешил в аэропорт, он превысил скорость. Это он был причиной ДТП? Или кто-то это ДТП очень умело организовал.